Торжественная обстановка, классическая музыка, таинственные маски. На один вечер участники бала погрузились в атмосферу прошлого. Программа вечера состоит из трех частей – танцы эпохи Возрождения, барокко и XIX века. В этот раз основной стала тема любви. На сегодняшнем балу у нас ниточка любви протягивается от эпохи к эпохе, и, соответственно, это будут экранизированы, так скажем, на нашем мероприятии истории знаменитые любовные. Мы не за то, чтобы прям делать реконструкцию каких-то эпох, мы за то, чтобы культуру того времени внедрять в нашу современность. То есть мы делаем акцент только на самих танцах. Особый подход к организации бала – задействовать всех без исключения гостей. Есть танцы, которые легко исполнить на месте, но есть и те, которые требуют специальной подготовки. Перед балом в течение 2 месяцев идет танцевальная подготовка. Участники и участницы приходят и изучают танцы всех эпох. Вальсы, кадрили, котельоны, контртанцы. Мы студенты Института культуры хореографического факультета, и историко-бытовой танец – это одна из дисциплин, которую мы изучаем. Более предпочтительны для нас кадрили, потому что очень долго мы их изучали, и очень они нам полюбились. Пышные платья, парадные мундиры. Без всего этого праздник не стал бы столь атмосферным. Кстати, выбор нарядов – это отдельное событие, причем не менее эмоциональное. Это платье балерины из балета «Золушка». А у меня с детства была мечта быть балериной. И мне казалось, что по комплекции я совсем не подхожу. Вот. И тут на меня нашло платье балерины. Это был такой восторг, я уже не хотела никакого другого платья, поэтому я была счастлива. Я это платье не подбирала, оно ждало момента, когда наступит у нас в городе такое мероприятие, куда его можно одеть. 4 года оно висело в гардеробе, оно участвовало в замечательном конкурсе «Платье города», было одной из номинантов, и вот, в общем, нашла ему применение, такое платье «Золушки». Если одни гости реализовали свои детские мечты, другие подошли к созданию образа с точки зрения исторической достоверности. Королевы именно ходили вот в таких платьях, вот с такой прической. Придворные ходили вот в таких прическах, в таких платьях. То есть я максимально подошла к этому вопросу серьезно. Это мундир офицера 18 века. Стилизованный, конечно, не совсем полностью. Потому что он выходит, этот мундир, на сцену оперного театра. Как и в 18 веке, в наши дни танцы на балу – это игра, повод для флирта и способ познакомиться с приятными людьми. А еще это возможность перенестись во времени, проведя вечер без телевизора и соцсетей.